Сейчас мы приехали в IKEA после обеда и собираемся купить несколько новых кастрюль, потому что, к сожалению, моя жаба виновата в том, что нам придется еще раз потратиться, а я очень довольна линейкой. Сейчас найду, покажу вам ее. Но единственное, что меня раздражало, это то, что мне постоянно надо было открывать крышку, так как она не стеклянная, и смотреть, что там происходит, кипит или не кипит. А в том случае это имело огромное значение, когда я готовила красный борщ польский. Сейчас взяли вот эту кастрюльку и поменьше. Вот. Здесь написана какая-то линейка. Да, я думаю, что без проблем ее узнаете, потому что их не так много. Вот у меня такие кастрюли. Кстати, вы спрашиваете, я довольна индукционной плитой, у меня нет никаких нареканий. Ну и сейчас выбираем тоже такие кастрюли, чтобы можно было мыть все, чуть не сказала, в прачечной, в посудомоечной машине. Вот так они выглядят, но видите, не стеклянная крышка. В IKEA найдете очень много классных дозочек. Здесь продаются специальные препараты, масла или что это такое, для того, чтобы их покрыть, и чтобы они не портились, чтобы вода как бы в них не проникала. И сейчас вот разные стильные модели, тоже для того, чтобы это красиво выглядело на кухонном столе, здесь тоже представлены. Недавно Михаил с Сандрой привозили какую-то курицу или салат, я уже не помню, вот такой огромной миске, поэтому я ее и возьму. Это очень удобно, и такие миски на самом деле не очень дорогие в IKEA. Так что, да, нам такая вот пригодится. Последний раз, когда моя мама приезжала ко мне, она купила брату столовые приборы, потому что, если пересчитать, даже самый такой оптимальный набор, недешевый в IKEA, получается очень выгодно. Поэтому, если соберетесь ехать в IKEA или ищете что-то такое, знаете, скромное и долгоиграющее, универсальное, то в IKEA тоже стоит заглянуть. В IKEA также можно купить разную посуду. Честно говоря, темная мне не нравится. И уж секундка. Но, честно говоря, мне не очень вкусно есть из темной посуды. Я не знаю почему, может, я какая-то странная. Выглядит это стильно, но домой я такое не хочу покупать. Ну, конечно, рай для чашка-маньяков. Появились новинки сейчас в IKEA. И вот у меня есть такие стаканы, они еще не успели разбиться. Вот это тоже что-то новое. Завариваешь чаек, очень красиво смотрится. Стекло довольно тонкое. Ну, по-моему, чашек у меня достаточно. IKEA, ищите креативщики, посмотрите. Обычные емкости для воды, стеклянные бутылки. Мне предлагают повесить. Кстати, как идея в каком-то баре, кафе. Очень прикольно. Давно засматриваюсь на вот эти вот синие бутылки. Но, честно, переливать в них вино или какую-то воду я не люблю так заморачиваться. А если использовать в качестве ваз, тоже не вариант для меня, потому что мы всегда покупаем букеты побольше. И они просто-напросто не помещаются. Рай для тех, кто любит коктейли, что-то красиво подавать. Я еще не показывала вам нашу спальню, но я придумала для себя очень интересный способ, как украсить кровать. Не просто один плед положить сверху, а в IKEA сейчас есть вот такие не слишком широкие маленькие пледики, которые очень красиво выглядят, к примеру, в ногах. Ну, то есть просто украшаем край кровати, получается здорово. И подушек здесь огромное количество. Только посмотрите, сколько разных оттенков, всевозможных цветов. Поэтому я решила сделать нейтральную базу для того, чтобы мне по настроению было очень легко и просто менять весь интерьер. Кажется, мне еще не надоело, тем более недавно был новогодний декор. Скорее всего, этот отдел я пропущу. В этот знаменитые мохнатики из IKEA. У меня, к сожалению, натуральные. Я не знаю, что мне стукнуло в голову купить это 2 года назад, или я уже не помню. Наверное, сейчас возьму себе искусственный, потому что, ну, тот уже настолько бедный, что я ничего с ним не могу сделать, никак его восстановить тоже не получается, поэтому возьму такой, и я думаю, что тоже в порядке. В IKEA постоянно появляются какие-то очень симпатичные ночники, причем не только на стену, а еще и вот такие силиконовые малютки, которые совсем не разбиваются, дают очень нежный свет, и они
поступили в продажу уже после того, как все было куплено в наш дом, поэтому я не стала брать еще несколько новых. И, кстати, вот эти деревянные домики могут быть не просто украшением детской комнаты, а также довольно неплохим вариантом для домика кукол, если у вас девочка или вы хотите кому-то что-то такое подарить. По-моему, классный вариант. Вот еще есть такие варианты для детской комнаты. Шарики, звездочки, ну, короче, вы видите. Каждый выберет что-то для себя. IKEA Look, как видите, с самого утра не накрашенная. Ну, выходной день, пора бы отдохнуть. Сейчас выбираем зеркало. За ним мы как раз сюда и приехали, потому что у нас в спальне его нет, и мне его очень не хватает. Потому что я наряжаюсь, и мне надо видеть себя, на кого я похожа. Томик, нам надо белое зеркало. Да. Надо белое зеркало из линейки. Честь. Привет. Она не хочет меня показать, потому что я в спортивном костюме. Что касается разного декора, картин и рамок, то это просто фантастическое место. Если вы хотите купить что-то домой, куда угодно, даже в подарок. У Томика просто обалденные идеи. Томик, что ты придумал? Сейчас посмотрим. А, так, фактически зобач. Смотрите, как прикольно. Покупаешь крючочки, и можно ключи вешать. Неплохо. А это магнитная таблица. Вася, не мамы таких типовых придовочек мало для повешения ключей. Можно купить уже готовый набор с каким-нибудь прикольным плакатом. Если вы не хотите заморачиваться, но я люблю покупать пустые рамочки и никогда не распечатывать фотографии. В этом вся я. Серьезно, у меня почему-то с этим огромная проблема, поэтому я уже даже говорю свекрови, чтобы она никогда ничего не придумывала, что мне подарить. Лучше распечатай там несколько фотографий, и я буду безумно счастлива. Может, купить такую рамочку и поставить в свою комнату? Надо подумать. Вот появились новые, я не знаю, как это можно назвать, типа как флорариум. Сюда можно разный декор ставить, какие-то фигурки. И они никогда не бывают прям очень дешевыми. Мне, наверное, такое не надо. Не знаю, насколько это для вас актуально, но в IKEA есть очень много искусственных цветов. Причем многие из них выглядят как настоящие. И, знаете, такие приятные на ощупь, то есть как силиконовые. Не все, но попадаются такие. Они постоянно обновляют ассортимент. Я уже не успеваю за ними. Я возьму себе, скорее всего, вот этот букетик, потому что мне для фоток надо. Для Инстаграма, ну, знаете, блогерские заморочки. И, конечно же, свечи разные, подсвечники, маленькие вазочки. Это все очень красиво. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, еще что-то, что-то новое, новое, новое. Вот эти кактусы мне очень нравятся. Они продаются в одном наборе и стоят, видите, ну, чуть больше, где-то 12 евро, наверное. Я, как всегда, не знаю, какой курс. Разные вот такие скандинавские вазочки. У меня уже немного прошла вот эта, знаете, истерия по поводу всего скандинавского. Все равно у нас такой интерьер со скандинавскими элементами. И вот эти вот штуки в Скандинавии очень популярны. Колбы. Часы здесь можно хранить, что еще. Каждый, я уверена, что-то придумает. Вот, красиво это выглядит. Я несколько раз носила вот эти вещи в руках, но так ни разу не купила. Потому что не придумала, зачем лично мне. Они нужны. Несколько вариантов подсвечника. Кстати, если вы флорист или планируете свою свадьбу, возьмите на заметку вот такие подсвечники, именно кружевные. Вот эти, которые видите на заднем фоне, скажем так. Потому что это выглядит настолько нежно, изысканно. Мы когда-то с Томиком были на свадьбе, где все было украшено вот такими подсвечниками. И действительно, это смотрелось настолько классно, женственно, нежно, и все-все-все было в пионах, в белых цветах, гортензии. Вот даже специально нашла практически всю линейку. Если у вас еще эта тема не приелась, если у вас эти светильники еще не на каждом шагу, то обратите на них внимание. Ну вот, мы вернулись домой. Давайте вместе рассмотрим покупки, которые мы совершили в этот раз. Я знаю, что IKEA недоступна во многих странах, а также городах. Некоторые из вас заказывают онлайн, поэтому
Такие отзывы очень нужны и важны. Здесь будет также несколько вещей из другого магазина TK Maxx. Мы с вами были на прогулке в нем, и я в основном покупаю там разные артикулы для дома. И также покажу, что произошло с кастрюлями, которые я буду возвращать. И вообще поделюсь с вами своим опытом, как можно вернуть что-то конкретно в том магазине, не имея даже счета. Что касается IKEA, то мы, как обычно, купили мои самые любимые контейнеры в двух размерах. Они у меня находят применение в каждом углу нашего дома. В этот раз я взяла несколько для моей бьюти-комнаты, потому что я люблю все посортировать по темам. Тут новинки, тут бюджетные находки, тут уход, еще что-то. Поэтому мне надо очень много таких контейнеров. Но я все никак не могу себе позволить поехать и купить 10 штук сразу. Так что каждый раз, когда ездим, беру по несколько. Купила, точнее муж купил, вот такую сковородку для стейков. И, честно говоря, у нас есть одна сковородка из IKEA, она просто металлическая, ну, из нержавейки, и к ней очень сильно все пристает. Мы взяли тефлоновую, с тефлоновым покрытием, и вот эта линейка у них 365+, мне нравится. Она не дешевая, но девочки некоторые писали, что у них не складываются отношения с кастрюлями, со сковородками из IKEA. Я пока что не жалуюсь, все нормально. Взяли вот такие часы в комнату старшего для того, чтобы он учился, чтобы учил цифры и чтобы он понимал, который час. Дальше, если вы не живете в Польше, то, конечно, откуда вы можете знать, но у нас сейчас ввели такой закон, что все одноразовые пакеты будут платными для того, чтобы сократить использование пластика. Самые такие обычные, тонкие, стоят около 8 центов, поэтому мы просто решили взять вот такую небольшую сумку для повседневных каких-то покупок, и, конечно же, обзаведемся более большой. И я видела, что муж взял две вот таких, не знаю, куда он пристроил вторую. А вот это очень интересная находка из IKEA, которой мы уже пользуемся. Это сетка, она, как бы это так объяснить, видите, ее кладем под ковер для того, чтобы ковер не ездил. И это действительно работает. Вот, как я и говорила, мы взяли вот такую миску. Она бывает в нескольких размерах, она удобная, она недорогая. И если вы делаете ведро салата, к примеру, на какой-то праздник, то вам она тоже пригодится. Если вы маринуете мясо, если вы вечно все разбиваете так, как я, то это ваш вариант. Конечно же, взяла цветочек, мне нравятся цветы из IKEA, они у нас долго стоят, и, как ни странно, пока что у нас живы все цветы, которые мы покупали в новый дом. А вот это такая бьюти-покупка для меня, потому что я люблю все красиво показывать вам, чтобы все баночки, которые я показываю вам вблизи, смотрелись симпатично. Вот взяла такой золотой поднос. Я видела такие же в H&M в польском магазине Homla, и они все были очень-очень поцарапанными, поэтому мой выбор пал на этот. Вообще, когда я пью чай в своем кабинете, мне некуда его поставить, и маленький столик мне там просто, ну, не особо нужен. И вы скажете: Оль, ну вот как ты можешь объяснить эту покупку? Ну неужели у тебя нет специального такого молотка, подскажите, как называется по-русски, вот такого специального молотка для отбивных, мяса и чего угодно? Он у меня, конечно же, был, но муж его испортил, потому что помыл его в посудомойке, и он покрылся очень некрасивым налетом, от которого мы не можем избавиться. Вот, пришлось купить новый. А это моя самая любимая кружка в последнее время. Ее я купила в TK Maxx. Иногда позволяю себе купить новую. Вы знаете, что я маньяк, обожаю кружки. И мы в семье любим большие, и даже в IKEA сложно найти прям, знаете, такую пол-литровую. Вообще, кружка для меня это идеальный подарок. А вот это сладости, которые, скорее всего, взяли дети, это такие мини-булочки с корицей, я не знаю, насколько они вкусные, но мы очень любим кушать в IKEA и редко покупаем сладости там в качестве исключения. А вот эта свеча из магазина TK Maxx. Вы обратили мое внимание на то, что я покупаю свечи на обычном воске, и это не слишком хорошо, особенно для деток. Поэтому я взяла натуральную свечу на основе какого-то кокосового
воска, точнее смеси, нам очень понравился этот аромат. Он свежий, неудушающий. Если увижу еще раз что-то от этого бренда, обязательно куплю. Очередной контейнер. Я покажу вам, как мы организовали наше помещение под крышей, там, где и стирка, и такая мини-гардеробная, где и как мы храним разные елочные игрушки и все остальное. Ну, пока что я не уверена, когда мы это все обустроим. А вот эта форма для запекания в духовке, она тоже из TK Maxx. Я купила их в двух размерах, потому что я просто люблю красиво все подавать и вовсе не обязательно, не в обязательном порядке использую эти формы по назначению. Иногда даже просто рис могу подать в чем-то таком. И, короче, я люблю есть глазами также. Я говорила вам, что куплю вот эти вот искусственные цветы. Я буду их использовать для фото. Но я так подумала, что если у вас есть стеклянный флорариум, то очень красивые композиции можно создавать. Две кастрюльки. Это сотейники побольше и поменьше. Почему я решила взять из IKEA? Сейчас к этому перейдем. Покупки мужа. Элегантные бокалы для пива. Ну, это тоже должно быть в хозяйстве. Я не знаю, что сказать и чем это все можно оправдать. Вот поэтому, собственно, я купила новые кастрюли. И, кстати, на вот этой кастрюле, на вот этом сотейнике, он у меня в двух размерах был, была информация о том, что их можно мыть в посудомойке. У нас не какие-то специальные таблетки для мытья посуды. Абсолютно нормальная, стандартная посудомойка. Видите, что произошло? Я отправилась в TK Maxx, спросила, что мы можем сделать в этом случае. И мне сказали, что даже если у меня нет счета, то достаточно будет принести подтверждение из банка о том, что была транзакция в определенное время в конкретном магазине. И они уже потом на видеосъемке будут перепроверять, потому что такая ведется в каждом магазине TK Maxx. Как-то я слышала о том, что у них много всего воруют, поэтому вот таким образом они могут только перепроверить. Там посмотрят, были ли вот такие сотейники. Я знаю, что я покупала, когда, и поэтому проблем не будет. Вот такие у меня сегодня были покупки. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую, обнимаю.